10 по 13 марта в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла 4-я международная выставка «Аквасалон, Wellness and Spa, бассейны и сауны», полностью посвященная теме бассейнов, бань и саун, оборудование для wellness и спа. Стартовав в 2007 году, выставка за короткий период стала значимым событием для российских специалистов по строительству бассейнов и спа-центров. Мы принимаем участие в выставке с самого ее начала, с момента основания. Уже 4-й год подряд выставка всегда дает много новых контактов, общий положительный настрой на весь оставшийся год и также много клиентов. В 2010 году в выставке «Аквасалон, Wellness and Spa, бассейны и сауны» приняла участие 51 компания из России, Великобритании, Германии и Австрии. Мероприятие посетили 25,5 тысяч человек, большинство из которых – строители бассейнов, инженеры, архитекторы, дизайнеры, дилеры, а также специалисты смежных областей. Это на 15% больше, чем в 2009 году. Как отмечают организаторы, в wellness-бизнесе в России наблюдается большая динамика. Появляются новые компании, занимающиеся строительством спа-объектов. Идет реконструкция и модернизация общественных бассейнов. Строительство фитнес-центров с бассейном. Среди частных покупателей увеличивается интерес к спа-бассейнам. Если мы говорим про новинки, то на данной выставке был представлен в этом году новый бассейн «Юник». Он разрабатывался в концепции с медиками. Концепция самого дизайна уже идет немножечко вразрез с обычной концепцией спа-бассейнов. Вы можете в этом убедиться. Он минималистичный, он очень красивый, очень элегантный. Специально был разработан для того, чтобы пронести его в дверной проем, даже если двери уже установлены дома. Концепция выставки подразумевает комплексный подход к проектированию, строительству, дизайну и эксплуатации бассейнов и спа-зон в отелях, фитнес-центрах и частных резиденциях. Для экспонентов выставка стала единым информационным пространством, где они смогли наладить перекрестные межотраслевые связи, выйти на новые сегменты рынка, заключить выгодные контракты со строительно-инвестиционными компаниями, гостиницами, а также частными лицами. В этом году мы привезли новую систему дезинфекции воды. Это новая станция дозации «Призма», которая позволяет контролировать и регулировать параметры воды без участия электродов. «Аквасалон», «Wellness and Spa», «Бассейны и сауны» представил много новинок. Дизайнерские инфракрасные кабины из Австрии, уникальные солнечные стимуляторы из Швеции, дизайнерские светильники для бассейнов из Германии, химические реагенты для дезинфекции бассейнов из Германии, оригинальные аксессуары для бассейнов из Австрии, авторская мозаика из России и многое-многое другое. Наша компания из Австрии. Мы производим высококачественные инфракрасные сауны. Мы сфокусированы на высоких технологиях, которые полезны для тела и хорошем дизайне. В этом году мы впервые на российском рынке. Надеемся, что здесь по достоинству оценят нашу продукцию. Настроены оптимистично и ждем хороших результатов. Важной составляющей выставки стала международная конференция для специалистов отрасли «Бассейн плюс спа. Новые возможности». Ведущие специалисты из России, Германии и Австрии поделились со слушателями опытом по проектированию и строительству спа и wellness-центров. Актуальными темами конференции стали организация пространства спа в отелях, модернизация аквапарков, использование энергосберегающих технологий для создания оптимального микроклимата в бассейнах и современных методов дезинфекции коммерческих и спа-бассейнов, а также дизайн саун. Дополнительную динамику в работу выставки внесли и параллельные мероприятия. Салон каминов, деревянный дом и дом и сад Moscow Garden Show, тематически дополняющие друг друга. В 2011 году выставка «Аквасалон, Wellness and Spa, бассейны и сауны» будет проходить весной в МВЦ «Крокус Экспо».